Опасность, опасность, опасность. Всем привет, с вами Денис на канале DGM, и это у нас новая игрушка Mega Man X Drive, друзья. Вышла совсем недавно, сейчас заценим, затестим, посмотрим. Странно. Я ведь только что, как обычно, играл Mega Man X. С экраном вдруг стало что-то не так. Странное чувство, я лечу словно пушинка. Прости, если напугал, это не сон, и с твоим экраном все в порядке. Это врата в киберпространство. Мы назовем это глубинный лог. Ты случайно нашел вход в глубинный лог. Тут мы храним данные игры, а также здесь куча других данных хранения. Воспоминания таких ценных игроков, которые получают удовольствие от игр, как и ты. Сколько же всего игр существует в мире, а игроков сколько же и глубинных логов. Тут хранятся данные игры Mega Man X, в которую ты только что играл. Слишком много непонятного. Давай-ка объясню подробнее, как тут все работает. Сейчас ведь лучше, чем было до этого. Данный глубинный лог содержит ценную информацию о серии Mega Man X. Она хранилась здесь на протяжении многих лет. За продолжительное время некоторые данные были повреждены и проблемы вызвали сбой. Гляди, в данных Mega Man X и Mega Man X3 какие-то проблемы. Мы не считаем, что поврежденные вызваны сроком хранения. Должна быть какая-то причина, что привела к этому исходу. Вирус. В целях спасения данных и защиты драгоценных воспоминаний игроков... Ой, кто-то идет. Непонятный звук. Что? Ты меня видишь? Вау, наконец-то нашла того самого. Это было неожиданно. Наверное, я напугала тебя. Но будь спокоен, у меня глаз наметан на таланты. Ты ведь уверен, что понял, как работает этот мир, верно? Ты ведь не пропустил ничего из того, что я сказала. Что? Кто это говорит? Фух, это одна из тех шуток, что позволяет говорить напрямую с компьютером? Пойдем, игрок, сюда. Давай, быстрее. Прости, мне следовало давно представиться. Меня зовут Эрико. Я киберпространственный глубинологовый ну, ты можешь меня называть админ. Итак, игрок, а тебя зовут? Ох, прекрасное имя. Как же объяснить? Мы только-только зарегистрировали тебя. Но для нас ты один из тех преданных игроков, которые обожают и играть в игры. Ты ведь только что играл в Mega Man X. И было время, когда ты просил своих родителей купить тебе игру в том самом магазине в центре города. И даже когда тебе говорили, что посадишь кинескоп. Да. Ты все равно продолжал играть, верно? Все эти воспоминания бережно упакованы вместе с игровыми данными в глубинном логе. Итак, чтобы избежать недоразумений, позволь мне называть тебя игроком. Ready? Отлично. Не стоит терять времени. Для начала давай восстановим данные этого уровня. На данный момент я могу лишь призвать программу охотника под названием X. Пожалуйста, воспользуйся X, чтобы избавиться от Маверик данных. Уничтожают и восстанавливаешь их. Так точно, это тот самый уровень Mega Man X, на котором ты только что остановился. Ты, наверное, совсем запутался, да? Я покажу тебе, как тут работает управление. Давай попробуем. Двигайся вперед, по области. Двигаюсь. Маверик данные. Нажмите на кнопку для атаки. Вот так, зажимай... Так, нажмите кнопку для атаки. Это позволит атаковать врагов, пока не кончатся патроны. Ой, я не хочу, чтобы они кончились. Молодец, ты победил Маверик данные. Видел? Вот так просто ты можешь автонаводиться на врагов по диагонали. Хе-хе. Чтобы быстрее восстанавливать данные, нам нужно проводить исследования. Таким образом, мы сможем киберпространство освободить, защитить. Итак, продолжим. О, путь впереди разрушен. Перепрыгни через пропасть. Так, бегу. Так, а как прыгать? Прыгать просто.
Дорога сильно пострадала, и простой прыжок тут не поможет. Но не переживай, тебе лишь нужно дважды нажать на кнопку прыжка, чтобы использовать двойной прыжок. Отлично, оп-опа. И еще раз нажал. Тройной, что ли, у меня? Я же два раза нажал. Прыжок, прыжок. Все. Так, стреляю. Ну и че? Снова Марик данные, ох, она стреляет ракетами. Скорее, пригнись, чтобы избежать попадания. Ну, нажимаю. Все, все. Ну, уклонился, давай перейдем на следующий уровень. Используй долгожданный навык Икса. Накопленный выстрел. Так, а как? Ага, вот. Соответствует своему названию, верно. Этот навык добавляет энергии. При нажатии на кнопку навыка выстрел автоматически начнет заряжаться. Чем больше накопится, тем сильнее будет выстрел. Снова нажми на навык и выстрели. Выстрел сделает такой бум. Баба. Ну как тебе? Даже мощные навыки данные стираются с одного попадания. Навык просто превосходный. Извини, я слишком много болтаю. Давай немного ускорим темп. Нажми кнопку рывка, чтобы ускориться. Рывок после прыжка создает воздушный рывок. А также, если перенести палец на кнопку прыжка после рывка, то получится резвый прыжок. Такая техника позволит тебе быстрее... быть быстрее в прыжке. Ой-ой-ой. А, вот так вот. Подожди, надо... Нажмите на рывок, затем перенесите палец. Короче, нафиг. Я не умею. Пока мы не ушли от темы, выполнив предыдущую комбинацию и добавив к ней кнопку оружия, позволит атаковать в воздухе. Не забудь, что палец не отрывается от экрана при выполнении комбинации рывок, прыжок, атака. Выполняя данную операцию, это просто жесть какая-то. Можно вот так вот. А, ну вот, я могу прыгать. Вот. Ну, все правильно я делаю, что ты хочешь. Стой, Маврик, данные приближаются. Эта программа охотника имеет два навыка. Второй навык X — это ракета самонаведения. Она не такая мощная, как наполненный выстрел, но способна отслеживать врага и взрываться, нанося урон. Ну и чё? Вообще пофигу. У меня супер есть удар, у меня тоже есть на ракета и супер выстрел, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, дорога разрушена. Ну не переживай, попробуй зажать кнопку вперед и продолжи... Так, продолжи нажимать кнопку прыжка. Используй отскок от стены, чтобы подняться наверх. Так, я понял, вот так вот. А, вот, могу я запрыгивать вот таким. Все, я понял, я тебя понял. Задохните. Наконец-таки дали мне поиграть. Короче, у меня самонаведение, куда бы я ни стрелял. Это очень удобно. Тут я вообще прыгаю, вообще пофигу мне. Так, что тут у нас босс какой-то будет, да? Босс файт? Опасность, опасность, опасность. Гигант Мау. Гигант Мау — это огромный механило. Это что выше всех зданий. Помимо головы и рук, гигант Мау покрыт гиберметаллом, что не позволяет ему получить каких-либо повреждений. Он может раздавить что угодно своими большими стальными шипами. Страшно. Это Маврик данные по имени Гигант Мау. Эти данные не должны быть на этом уровне. Произошел какой-то сбой. Ой, осторожно. Ты видишь линию на земле. Она указывает на расстояние действия его атак. А вот и предупреждающая линия атаки босса. Он планирует сильную атаку. Прыгай, чтобы уклониться. Так, ну прыгаю. Офигеть. Потрясающе! Эти данные должны быть вызвали те самые программные ошибки. В атаку, восстанови данные. Вперед, передаю управление. Спасибо, наконец-таки. Фигачу, фигачу. Да ты офигел, что ли? Ага, стреляем. Пошел, 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 пошел. Прыжок, отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Прыгаю и стреляю. Прыгаю и стреляю. Это самое главное. Самое главное. Все? А что замерло все?
Непонятно ничего. Так, Кью. А почему он не стреляет по нему? А, я его взорвал уже. А я бегаю, прыгаю, стреляю, убиваю. Так, все, бежим дальше. Или не бежим. Восстановление Марик и Данник выполнено. Отличная работа. Ты действительно игрок. Видимо, ты пробыл кучу часов в других играх, имея такие данные. Ну что я говорила, у меня чутье на таланты. Тебе, наверное, хочется продолжить, но сейчас нам нужно вернуться на базу для короткого отдыха. Позже я расскажу немного подробнее о глубинный лог. Мы узнаем друг друга ближе. Вау. Конец уровня. Мега Мэн. Прикольно. Прикольно, весело, задорно. Итак, результат. Level up. Поздравляем. Хорошо, спасибо. Уровень повышен. Я знаю, вижу. Так, загрузка данных. Окей. Хорошая работа на миссии. В данной киберпространстве хранятся данные всех игр Мега Мэн. Мы подготовим тебя ко всем видам миссий на базе. Здесь ты можешь подготовиться к миссиям, улучшить снаряжение, покупать предметы и прочее. Для начала, чтобы справиться с Маверик данными, что будет появляться на нашем пути, нам нужно улучшить навыки атаки. Используй капсулу для получения нового оружия. Давай, куда нажать, что сделать? Давай, я всегда готов. За улучшение я всегда готов. Капсулы помогают прочесть данные игры Мега Мэн, а затем преобразовать их в данные в этом мире. А обычно капсулы требуют элементарные металлы для преобразования, но эта капсула уже готова. Она требует элементарных металлов. К сожалению, настройки нестабильны, поэтому нельзя предугадать, какие именно данные будут преобразованы. И ты можешь выбрать, но все данные полезны. Активируй одну капсулу. Давай уже активировать. Давай. Старт. Активируем данные. И что у нас выпало? Открываются данные. Что-то происходит. Что-то происходит. Страшно. Какая-то херотень появилась. Так, военный бластер Б. Круто. Круто, круто, круто. Загрузки зачем-то сделали. Так, поздравляю с получением военного бластера. Итак, почему бы не использовать новое оружие? Только что пришло уведомление об очередных Маверик данных. Пойдем же уничтожим их. Пойдем. Окей, окей. Я всегда, я только за. Нажмите на капсулу. Нажал на капсулу. Что это такое? Нажал сюда. И нажал на историю. Вот, это у нас главы, я так понимаю. Хорошо, наконец-таки. Использовать, все. Перед погружением ты можешь выбрать свое снаряжение и испытать новое оружие. Так, основное. Так, сюда. Использовать. Все, я готов. Я готов в бой. Покажите мне саму игру. Много, очень много идет пояснений, чтобы ты потом в будущем понимал, что тебе надо. Но объясняют очень дотошно прям. Ready. Вперед. Я готов. Ты ведь уже должен быть хорошим знаком с элементами управления, да, верно? Да. При выполнении быстрый комбинационный прыжок. Отстань. Атака в следующем действии, не открывая кончик пальца от экрана, перемещая палец непосредственно к следующей кнопке атаки. Да. Если желать плавно управлять программой охотника, то очень важно помнить. Я всегда рада помнить об этом на уровне 1.1. Не стесняйся спрашивать меня, если что-то забыл. Практика лучший способ научиться. Игрок, давай начнем миссию. Давай. Давай уже начнем вот именно миссию. Прыжок. Прыжок, выстрел. Все четенько, видишь, у меня уже четко все. Опа, перепрыгнул, присел, прокатился, все умею, все могу. Уничтожил. Какой-то крот убийца. Все, всех фигачу. Так, а у меня скоро закончится. Ага, вон они восстанавливаются. Хорошо, хорошо, прыжок. Супер сила, супер ракета, еще ракета. Прыжок, 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 удар, выстрел. Хорошо, мы с тобой справляемся. Мы с тобой справляемся на изи просто. Смотри, опа. Опа, 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 опа. Ай, ранили. Странно, погоди секунду. Это место, что-то тут не так. Пожалуйста, проверь. Так, проверь, что произошло. А я для чего здесь вообще нужен? Чтобы проверять все.
Проверять все. А, подожди, я могу здесь вот взять. О, это предмет, что был ранее спрятан. А это значит, что есть куча других предметов, спрятанных на каждом уровне. Гляди в оба и не пропусти ни одного. И если я увижу, то обязательно сообщу о том, что нашла. Но они, наверное, спрятаны так, что их будет трудно заметить. Будем высматривать в четыре глаза. Все верно, передаю управление в свои руки. Спасибо. Долго ты. Ты такая нудная, если честно, со своими управлениями. Я и так, я вообще четкий. Четкий чувак. О, видишь, на изи справляюсь. На все, на изи просто. Что такое? Опа, все. Бежим, Мегамен в действии. Классно, что он сам целится. Не надо назад поворачиваться. Он, ты бежишь прямо, он надо назад стрельнуть. Он назад стреляет. Надо вперед стрельнуть, он стреляет вперед. Куда только, вот только нажимай на выстрел и все. Ай-яй-яй, у меня закончилась эта вся фигня. Ракета вторая, опа. Хорошо, всех, всех нафиг уничтожим. Старт закончен. Давай еще одну миссию. Я очень хочу еще поиграть. Готов всегда. Всегда готов. Вперед. Вперед. Мочим всех. Уничтожаем. Мочим. Прыжок опасный. Тут уже можно прям упасть. Уже все. Я чувствую. Чувствую уже трэш игры. Вообще весело. Весело. Ах ты тварь. Я могу тебя супер взрывом мог уничтожить. Пока у меня жизни очень много, пока прям легко. Первые уровни, как всегда, они очень легкие. И ракету, на всякий случай, в никуда. О, машинка упала туда, что ж такое? А могу... А, я думал, могу, может, сбивать их прям, знаешь. Уничтожить. На тебе ракету. На ракету тебе. Тебя только ракету, чувак. Еще одну ракету. Хорошо, хорошо. Так, а тут... Тут надо двойной прыжок сделать, походу, чтобы взять эту фигню. Но я не могу ее взять, чуть не провалился. Чуть-чуть бы и упал. Так, что у нас тут, босс? Так, осторожно. Осторожно. А, ну пчела. Пчела, ну я как бы с тобой справлюсь, я думаю. На-на-на-на-на-на-на. Пчела! Опять ты упала. Ты помнишь, как использовать? Да, да, я помню, как использовать. Что ты меня учишь под... Почему-то по два раза учение проходит. Что за бред? Я и так все помню. Только что прошли с тобой учение. Она опять нам вспоминает. Закончился уровень. Коротенький уровень. Хочу еще. Итак, мы едем на машине. Я готов всегда. В игре Man X обычно нет таких уровней. Будь осторожен, не упади. Так, поведи memory данные. Ой, кстати, если хочешь сменить оружие, нажми кнопку вот тут. Так, смена оружия. Я могу одно, могу другое. Во время боя ты всегда можешь сменить оружие при нехватке патронов или просто при желании смены оружия. Не забывайте про дополнительное оружие. Окей. Я могу... Оп, оп. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Но я хочу тот. Эта пушка получше. Эта пушка получше. Короче, мы на машине едем и уничтожаем. Прыжок, прыжок, прыжок. Все, всех разносим. Все в хлам. Хлам, все в хлам. Заканчивается оружие, просто меняем и просто... Да, ну это с двух, с трех патронов убивает, видишь? Не с первого раза. Окей, 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 окей. Будем внимательны, будем внимательны. Осторожно. Блин, ну это чистый платформер, я обожаю такие. Я просто такие, от таких просто прусь. Блин, у меня закончилось оружие то. Так, так, жизни, жизни берегу. Жизни надо беречь. Так, я могу? А, не, я хотел на синюю машину перепрыгнуть. Хорошо, хоть не перепрыгнул. Тут чисто, чисто мы прыгаем, бегаем и не даем возможности попадать в нас бомбами. То у меня, к сожалению, не получается. Так, отлично, миссия выполнена. Ты добавил потрясающие цели, достиг. Отличная работа, приятно... приятное чувство, верно? Да. Чувство прикольное, чувство отличное. Миссии коротенькие. Все, умчали. Умчали мы. Так, закончено.
Такая вот игрушка, друзья, Mega Man, это классика жанра. Я играл еще на Sega Mega Drive в нее и просто залипал, прям кайфовал от этой игры. Тут много всяких оружий, много умений, много настроек, все очень-очень много напичкано. Это круто, позволяет наслаждаться уровнями и графикой и вообще вернуться в то детство, которое я проводил. Мне понравилась игрушка, понравилось тебе видео, лайк, подписка, комментарий, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение летсплея, подписывай на все социальные сети, все ссылочки будут в описании. Всего тебе самого наилучшего, до встречи, пока!